Обучалка на трак-драйве. Перед изучением этого трюка, вам нужно уметь уверенно делать барспины 360 градусов Цельсия. Ха-ха. Конечно же не Цельсия, а Фаренгейта. Всем привет, ребята! Подписчик попросил рассказать, как делать трёхубар на другом самокате. Ну или же иначе этот трюк называется трак. Трак — это с английского языка полное название трак-драйв, то есть водитель грузовика. Не знаю, какие тут схожести, но, наверное, потому что, как бы, когда водитель грузовика разворачивается, то он вот так вот крутит руль, да, наверное. И как бы, как будто бы, когда мы делаем трёхубар, то есть мы вот так вот едем, как будто бы какой-то водитель грузовика. Ну ладно, сейчас я вам расскажу, как делать этот трюк. Смотрите, для начала вы закручиваетесь, поворачиваете корпус и начинаете крутить бар. И где-то в этом положении вы его уже должны поймать. Да, потому что не стоит, ну ладно. И потом вы просто закручиваете. Все? Так вот, еще важное примечание. Весь полет у вас должна голова находиться вот так. И вообще при любых трех. Ну и фактически, то есть когда мы делаем трак, это просто 180, да, на 180. Ну ладно, первое упражнение, чтобы научиться делать трак. Это вот, вот так вот стоять на месте и вот накручивать вот этот трак. Так вот стоим. Потом, когда у нас уже более-менее получается, приступаем к второму упражнению. Ну и, соответственно, финально. Смотрите. То есть мы уже научились, как начинать делать 180 бар. Трак. Так вот, и теперь еще одно упражнение. Это просто учиться делать 180 бар во флэт. Смотрите, выглядит оно вот так. Стоите, учитесь и заодно научитесь делать 180 бар. Видите? Два трюка в одном. Так вот, ну а после этого уже начинаете крутить трак на флай. Смотрите, первое время у вас будет получаться 270 бар. Но главное не сдаваться и идти до конца, и в конце у вас будет идеальный трак. Вот как на этом видео. Еще один лайфхак при изучении любой базовой комбинации с трюкой – это делать этот трюк в алюп. Смотрите, что такое алюп? То есть у меня вот такая стойка, я делаю вот такие вот 180. И то есть я делаю в ту же сторону и уезжаю. Но сейчас, когда мы будем делать алюп, то есть я буду делать свои же 180, но уезжать в другую сторону. То есть вот так. Нереальным и каким-то очень странным, но это реально полезно и очень легко. Просто попробуйте. Ну, а мы изучаем трак, значит, сейчас мы будем делать алюп-бар. С трех випса то же самое. То есть вы делаете 180 вип и докручиваете еще 180. Вот пример.